Как оцениваете собственный уровень знания иностранных языков? Ну, двух. Один плохо, второй довольно хорошо. На польском языке до вокзала. Пан Бенди мусил сесть на тем шипинку на автобус 72-3 и мусил ехать 1, 2, 3, 4 хиба шипинки. Практики общения просто не хватает, поэтому в наше время нельзя было ехать за границу. Сейчас хотелось бы слетать в Лондон и свою практику, так сказать, усовершенствовать. Конечно, это всегда приветствуется, это всегда положительно. Неплохо. Да, такси. Среднее. Ну, можно сказать, как бы понятие на 50% и разговорная речь, ответы, ну, 35%. Очень плохо. Хороший, я иньяс закончил. 7 из 10. Вы бы жестами объяснили, на самом деле. Не очень высокие. Упущение юности, скажем так. Бас, автобус, номер автобуса я скажу, какой. Going, там, PlayStation, это все я скажу, естественно. Ну, я изучал в школе немецкий. Ну, так плохо знаю. Я не знаю иностранных языков. Beautiful. Не, у меня очень плохо с языками, ну, то есть теоретически могу, но вам не скажу. Отлично. На английском? Да. Отсюда. Okay, if you want to get to Minsk Arena, you can start from here, you can cross the street, get to the next bus stop, and then take bus number 1 and go straight to the very, I guess, the end station. Я плохо знаю иностранные языки, к сожалению. Пытаюсь это исправить.